В городах Дагестана отметили Мавлид ан-Наби, инициированный сенатором Сулейманом Керимовым. По всей республике после торжественных мероприятий прихожанам мечети раздали более 20 тысяч пакетов с продуктовыми наборами. В центральной джума-мечети побывал наш коллега Хамза Нурмагомедов. Ему слово. Мавлид ан-Наби начался традиционно с чтения строк священного Корана. Далее прозвучали нашиды на арабском языке, восхваляющие благородные качества пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Прихожанам обратились имам мечети и председатель муфтията Дагестана. Они рассказали несколько поучительных историй, а в конце выразили благодарность Сулейману Керимову за оказанную материальную помощь людям в непростое для всех время. Сенатор не остается в стороне от разного рода инициатив и проектов нашей республики. Не могу не отметить, что благодаря поддержке Сулеймана Керимова многие дагестанцы смогли выполнить один из толпов нашей религии – хадж, и посетить святые земли Мекки и Медины. У выхода из мечети прихожан ожидал приятный подарок. Им вручили продуктовые наборы, в которые вошли рис, гречка, сахар, финики и другие необходимые продукты первой необходимости. От себя лично хочу выразить слова благодарности Сулейману Керимову за то, что он все время уделяет внимание для мусульман всей России и всему миру. Большая благодарность ему, чтобы на будущее тоже с него другие тоже пример брали. Сулейман Керимов очень много сделал для Дагестана. Если вы попросите Всевышнего Аллаха о его благополучии, его семьи, его тухума, его здоровья, его бизнеса, чтобы вот так поддержал, вот таких бы дагестанцев побольше. Дай Аллах здоровья, долголетия. Благие деяния, которые делаются, и в том числе Сулейман Керимов не остался на стороне. Дай Аллах, пусть Всевышний примет все садака, которое он сделал, и вознаградит тысячекратно. Дай Аллах всем здоровья, и пусть Всевышний примет все садака и все молит мероприятия, которые он сделал. Организацией маджлиса, а также расфасовкой и доставкой продуктов по городам республики занимался благотворительный фонд «Инсан». Мероприятие в этот вечер по традиции завершилось коллективной мольбой за благополучие и мир на земле Дагестана и России. Хамза Нурмагомедов, Муса Салгиреев, Камиль Магаев, телеканал ННТ, Махачкала.